Это самый вкусный ПП-десерт, который я пробовала в последнее время. Сегодня готовим морковное ПП-пирожное. Нам понадобится 80 граммов тертой моркови, 3 столовые ложки муки, у меня кукурузная, 1 яйцо, 1 треть чайной ложки разрыхлителя, щепотка корицы и по желанию дробленые орехи. Все перемешиваем, выкладываем в кружку и ставим в микроволновку на 4 минуты. Для крема нам понадобится 140 граммов мягкого творога либо йогурта и немного цедры апельсина, подсластитель по желанию. Готовый кекс режем на 3 части и смазываем обильно вкуснейшим ПП-кремом. Этот рецепт и еще много других вкусных ПП-рецептов вы найдете в моем новом ПП-меню на 4 недели. Худей вкусно!